26 июля. Хомс. В районе Аль-Халидия продолжается выполнение мероприятий по вытеснению и уничтожению боевиков фронта Аль-Нусра. Подразделения сирийской армии проводят проверку вновь освобожденных кварталов. Вот один из опорных пунктов боевиков, расположенный в угловом доме, с которого боевики могли контролировать перекресток и прилегающие улицы. Бандиты фронта Аль-Нусры не прекращают минометные и ракетные обстрелы, а также попытки проникновения в деревню Аль-Рака Аль-Мазраа. Напомню, что эти населенные пункты долгое время находились в полной блокаде. Последние нападения и обстрел были совершены сегодня в 5 утра. Местные жители полны решимости дальше защищать свои дома и заявляют, что эти террористы – наемники, посланные сюда Саудовской Аравией и Катаром с целью дестабилизации обстановки. «Мы их не боимся и будем воевать с ними до конца», – говорят они. В уставшем от войны городе Хомсе мирные жители не только помогли с размещением военнослужащих, но и взяли на себя заботы по приготовлению горячей пищи для солдат и ополченцев. Всяческая поддержка и помощь, которую оказывают мирные граждане своим защитникам, лишний раз подтверждает, что народ Сирии и сирийская армия едины. Алеппо. В городе Алеппо, несмотря на отчаянное сопротивление боевиков фронта Аль-Нусры, полным ходом идет выполнение мероприятий контртеррористической операции. Очередной район, Карм-аль-Джабаль, полностью освобожден от бандитов. Несмотря на лживую информацию некоторых мировых СМИ, в городе Алеппо проходит нормальная мирная жизнь. Люди безбоязненно выходят на улицы, функционируют государственные и финансовые учреждения, больницы, аптеки, магазины, промышленные предприятия, предприятия и объекты питания, транспорт и все городские коммуникации. В городе продолжается раздача гуманитарной помощи и продуктов питания гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома в районах, занятых бандитами фронта Аль-Нусры, из-за опасений за свою жизнь и безопасность своих семей. Теперь эти люди живут в школах и палаточных лагерях. Но руководство страны, несмотря на тяжелое положение, не бросает этих людей на произвол судьбы и всячески оказывает им помощь. Агентство «Ана-Ньюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия.